Пацаны, всем привет. Короче, Тофик, лютый подписчик, купил себе новую машину, у того, у которого была синяя семерка. Пятерка, точнее, у него была голубая. Он ее продал, купил себе шестерку. Но шестерка вся в огнях, только дверь водительская тут загнута. Короче, вот так вот загнуто, вывернуто все. Он покупал тачку, ему вот эту дверь отдали в придачу вместе с машиной. По двери, короче. Ну, она чуть-чуть конченая. Но будем с нее делать нормальную, потому что новые двери стоят. Добрый вечер. Димон в теме. Так, вот тут вмятина есть небольшая. Надо с той стороны лупануть. И вот, такой как задир какой-то. Ну, чуть-чуть тут небольшая тоже выпуклость есть. В принципе, дверь более-менее нормальная. Сейчас я ее 80-кой на машинке жахну. Позбиваем рыжики и все преобразователем обработаем. Привез он мне краску. Материал весь там, растворители, наждачку, все привез человек. Короче, Тофик, тебе привет. Какие планы? Короче, надо ее пошкурить, погрунтовать, покрасить в цвет машины. Потом он приедет, мы тут дверь снимем с той машины, с его, как раз покажу вам, какая она конченая, эта дверь завернутая, и все снутри переставить в эту дверь просто, и все целиком дверь поменяем. Болты у него есть, петли тут, короче. В принципе, вот это расшатано чуть-чуть. Ну, подправим. Покажу, как петли. Наверное, покажу. Точно не гарантирую, но буду стараться, что покажу, как петлю сделать, чтобы не шататься. Но на ютубе есть ролики, как сделать. Эта петля жестко тугая такая. Короче, все, я начинаю, пацаны. Короче, парни, вот тут самые большие очаги были ржавчины. Ну, я их убрал механически, с помощью болгарки и такой щетки. Потом все преобразователем ржавчины сейчас забрызгал. Сейчас оно ржавчину схавает. Тут тоже вот так вот. Внутри, где видел ржавчину. Короче, везде побрызгал, где ржавчина, везде. С той стороны тоже уже дверь почуханная, побрызганная. Сейчас подсохнет. И что дальше? Выровняем мятина, если надо, будет шпаклюем. И, в принципе, сегодня даже грунтуемся, по факту. Все, я, короче, поехал дальше, пацаны. Так, пацаны, короче, дверь вот так вот пошкуренная. Где рыжики, везде все места разработал. Сейчас что получается? Что я буду делать? Какие у меня планы? Вот это что такое? Блядь, а это какая-то херня. Дверь сохнет от преобразователя ржавчины. Сейчас я еще пройду, это 80-кой жахнул. Сейчас еще возьму там помельче наждачку, жахну. Обливаем грунтом. И смотрим, где неровно, там будем шпаклевать. Грунт покажет, потому что я так не вижу ни хера. Надо, чтобы дверь была мокрая, тогда видно. Так, это то, что касается. Так, маска. Маска у меня. Вот так на фильтр, короче, насадил обычную влажную салфетку. Потом приколитесь, сколько буду тут на входе, где я буду вдыхать краски, все херни. Мы когда Димону красили, я сначала не одевал, а потом одел, короче, там вот такое прям сухое пятно краски. А так все, фильтр попадет, фильтр дольше проживет. Температура за бортом, точнее на борту 25. Это здесь 25, там, наверное, 40-30, не знаю, деталь горячая сама по себе. Сейчас мы ее все просушим, обезжирим. Грунтанем. По поводу грунта, Тофик приволок вот такой, короче, грунт, пацаны. Миксон 992. Написано типа антикоррозийный. Сейчас я вот так, антикоррозийный грунт. Не знаю, что за грунт, короче, я его, ну, это просто однокомпонентный. Никакой там не эбоксидный, никакой не двухкомпонентный, как мы Димон украсили. Короче, самый простой. Но он еще покупался, этот грунт, когда у Тохи была пятерка синяя. Мы хотели, короче, пороги ему менять. Я ему собирался пороги менять. Он купил материалы, но у него там чуть денег не хватало на материалы, он пороги не купил. Короче, так машину продал без порогов. А грунт же остался. Купил другую тачку, короче, все равно пригодилось. Ну, это Жигули, на Жигули всегда пригодится. Тут ничего такого. А, круги, кстати. Вот эти без дырочек конченые круги, пацаны. Не знаю, не берите, блядь. Потому что я вот поработал чуть-чуть кружком. Он сюда пыль попадает, все, эта липучка уже, короче, к машинке не липнет, отпадает. Хотя наждачкой еще можно работать. То есть, вот, пример. Надо брать вот такие, как мы Димону туда брали, с дырочками. Она пыль всасывается вся через дырочки вот сюда, в этот мешок. Но ничего, Тофик привез до хера, так что мы их все, если что, израсходуем. Это вообще не проблема.
чтобы Тофик не парился. Краска будет Mobihel. По Mobihel, короче, мы гуляем. Нравится мне эта краска. Ну как нравится, нормальная. За свои деньги, цену. Вот такая краска. 446-я. Валентина называется. Валентина, блядь, Терешкова, короче. Тут пурсала. Внутри дверь помажем, короче, потом. Разбавители, растворители, шпаклевочка. Небольшая баночка. Тут, в принципе, может чуть-чуть Тофику где-то надо будет подшпаклевать, но это не точно. Не, по-любому надо будет, может где-то вот такие жуки. Сейчас я навалю 3 слоя грунта на нее. Посмотрим, как она покажет дверь. Вот тут-то была мятина. Вот тут еще мятина, вот. Я еще вот эту не трогал, сейчас может подшпаклю. Ну, короче, сейчас пока обед, хай дверь сохнет. Высыхает дверь, я хаваю и занимаемся дальше. Короче, парни, грунт открыл. Он вот такой черный. Не пойми, что это вообще, это какой-то или транспортировочный, я даже не в теме. Ой, блядь, ну короче, на нем написано, что на него можно базу наносить. Шпаклевку укрывать там, по инструкции. Я думал, будет серый какой-то там, ну, как мы Димон украсили, серый грунт там. Матовый сразу становится, ну черный я, блядь, никогда им не работал, не знаю. Я в принципе никогда не работал. Димону машину покрасил. Вот это сейчас дверь, это вторая моя работа. Я знаю, короче, что надо вот по-хорошему. Дверь уже перевернута, обезжирена с этой стороны, все. Вот так вот. Короче, надо поначалу, как я для себя понял, жахнуть кислотным грунтом. Везде, где металл открытый, всю дверь. Потом пройтись кислотный грунт. Потом эбоксидный грунт, потом вот такой грунт, наполнитель называется, слой того, слой того, слой того, три слоя грунта, а потом уже база и лак ложится. Это я себе так буду ласточку красить, ну потому что это что-то вообще по дешману. Ну сейчас будем проверять, будем, я что, все равно деваться некуда, будем этим грунтовать, какая разница, в принципе, я хер его. Посмотрим на результат, лишь бы краску не подорвало. Короче, пацаны, была белая дверь, блядь, стала черная. Вот, короче, что, за что я говорил. Вот, бачите? Все мятины, всю эту херню теперь видно на грунтованной двери. Если она покрашена, не видно было. Чина вот эта на затертая. Вот все шишки, вся эта хуйня на двери, все оно вылезло. Все оно пока. И вот тут вот, вот мятина продольная. Бачите? Вот. Как царапина. Сейчас это все будем шпаклевать. Шишки, наверное, туда постукаем. Тук-тук внутрь, шпаклевкой накинем. Сейчас я тут расчухаю. Написано на этом грунте, что можно наносить шпаклю на него, короче. Так что будем наносить прямо на грунт шпаклю, не на голый металл. Короче, грунтовка хуйня, пацаны. Прикол, что обезжириватель... Что, блядь, эта хуйня, он брызгаешь его, блядь. Хотел обезжирить, короче, уже подшпаклеванное все. Он его смывает. И это растворитель, который будет, блядь, краска растворяться. Вместе с краской, со всей этой хуйней, держаться не будет, слезет, нахуй. Сука, вот так брать теперь тряпкой надо. И вытирать. Ну, короче, только пойдешь до тети Люды, еще 0,5 возьмешь растворителя, потому что это вилы, нахуй. Ох, блядь. Так, парни, компрессор, короче, качает. Дверь стоит возле буржуйки. Зачистил все. Сейчас будем обезжиривать. И будем, короче, блядь, грунтовать. Тоха приволок вот такую грунтовку. Не знаю, что там за грунтовка, короче, отвердитель. Насколько хватит, настолько хватит. Так и погрунтуем, сразу покрасим, блядь, все, короче. Потому что, ну, блядь, что ее тянуть? Кота за яйца. Как получится, так получится, блядь. Сколько материалов, такая и работа. Короче, пацаны, блядь, на будущее для себя я понял и всем говорю, кто если будет заниматься когда-то там покрасками, хуясками, короче, блядь, никогда не берите вот эту всякую хуйню там на разлив, на хуив, блядь, нахуй. Берешь ты краску, блядь, Mobihel, бери, блядь, к ней грунтовку Mobihel, блядь, 3:1, 5:1, блядь, не ебет, потому что это все дрочит, погрунтовал я, блядь. Короче, она как глянцевая, вот, сейчас на свет вам покажу. Она даже матовая не стала, эта грунтовка.
Она как краска, блядь, легла нахуй, пиздец. Я теперь ее перечухаю 600-й на машинке, блядь. Получается вот такая, блядь, апельсиновая, сука, корка, нахуй. Хуй знает что, и сбоку бант. Короче, покрашу, как покрашу, нахуй. Ебал я в рот, нахуй. Хуевыми материалами работаю, неизвестно, что это за хуйня, блядь. Мы Димону красили, одной фирмы краска, одной фирмы грунтовка, получилась вообще песня. Ни таких приколов не было, ни кратеров вот таких вот не было, нихуя не. Тут, блядь, полезли какие-то кратера непонятные, блядь. Чтоб не пиздели, если там кратера, вон, блядь, с подготовкой воздуха, все там есть. У меня фильтра стоят, все нормально. Короче, блядь, материалы конченые, дешевые, на разлив взял, блядь, принес, говорю, блядь, купи грамм 200 грунта, чтоб я мог 3 слоя накинуть. В результате, блядь, 2 неполных слоя, блядь, потому что, блядь, привез грунта, блядь, я в банке в этой, блядь, разбодяжил, вот так получилось, нахуй. Ну где тут 200 грамм, блядь? 200 грамм баллон вот этот весь. Стакан, блядь, ну 250, а тут вот так вот, блядь, получилось. Грамм 100, блядь. Так это при том, я еще и этого разболивителя, блядь, наебашил. С отвердителем она вообще как сметана получилась. Отвердитель и растворитель тоже, блядь, непонятного, блядь, происхождения. Подходит он к этому грунту, не подходит. Может, это из-за растворителя такая хуйня глянец получился. Потому что, как бы, ну, все, блядь, вот так вот, на базаре куплено, на мать его, ёб. Так что, Тоха, блядь, первый-последний раз я пользуюсь хуёвой хуйнёй с разлива. В следующий раз бери, блядь, ёбаный в рот. Короче, парни, внутрянку покрасил. Ну такой цвет, ну конечно, на по факту он темнее, чем на камере. На камере, блядь, оно как-то светло. На самом деле цвет темнее. Ну как у Тофика машина, в принципе. Тут вот не передает камера цвет. Она просто как... Тут вот светло-голубой, да, какой-то на видосе. А по факту он реально такой синий-синий. Шо, сейчас, короче, переворачиваю ту сторону, крашу. Как получится, так получится. Конченая дверь, конченые материалы, конченый Жигуль. Короче, все конченое, конченый маляр, который красит. Все. Пацаны, первый слой, короче, лег. Первый слой лег. Сейчас, короче, минут 15. Next слой, кидаем второй слой. Потом еще 15 минут, потом третий, короче. Я сейчас выхожу, потому что, ну, поняли, облако, дышать нечем, тяжело. В вазике же фильтр забитый. Так, пацаны, короче, открасился. 3 полных слоя, как положено. Все, дверь сохнет. Я сейчас пойду мусор выкину там туда-сюда. Тыры-пыры, короче. Сука, какая-то мусорина упала. Фу. А это пепел с буржуйки. Ну, то херня. Повытираем. В принципе, неплохо, да, мусоринки там видны, там такое, ну... Чтобы в идеал ее покрасить, пацаны, надо идеальное, блядь, помещение. Без пыли, без нихера. У меня пока такое помещение, какое есть, так что и на этом нормально. Все, дверь запекается возле буржуйки, не знаю, температура, наверное, градусов 50, потому что здесь 25, в другом конце гаража. Оп. Я вот так, короче, в майке лазю тут. Ну, мне жарко, я же мокрый, короче. Штаны еще, блядь, ватный отдел, блядь, яйца уже все вспотели. Короче, блядь, лютый подписчик. Дверь менять. Только что я красил. Привет, подписчик. Всем привет, пацаны. Короче, шо, как обычно, аж не пошла у нас система. Один болт открутился, один нет. Вот там вот куча всяких тут ударные отвертки, шматвертки. Парни, вот. Вещь. Ой, все, вещь. Сейчас показываю. На, Тофик, снимай. Я так уже куча дверей, блядь, переснимал. Ну. Сейчас высверливаем вот эту саму головку. И все, блядь. И потом оно все выкручивается, элементарно поскрутится.
Сверло, конечно, блядь, вообще ни о чем, сука. Короче, пацаны эти, как оно, блядь, сверла конченые? Все конченое. Все конченое, блядь. Короче, высверлили все. Теперь вот эти пеньки, которые, блядь, остались, а вот внизу, там, вверху. Просто берем вот так пассатижами, блядь. Они, блядь, нет, руки еще не отворачиваются. Тоха, она, блядь, снимается. Только чтоб крупным планом видно было. Вот, вот так. Болты конченые, все конченое. И оно все, блядь, он выкручивается вообще элементарно. Добрый вечер. Нету никаких понтов, блядь. Что там, блядь, оно не выкрутится, еще что-то. Дай мне новый болт, я сюда включу сразу, чтобы эта пластинка никуда не наебнулась. Так, пацаны, короче, все. Вот этот один пенек не выкручивался. Ну, он, видать, приржавел. Ну, короче, у нас же есть он. Эдон МиГ-280 сварочный аппарат. Наварили, блядь, болтик, нахуй, и открутили. Ну и выкрутили пенек. Даже не болтик, а болтик как вот, вот такой херни насрали, короче, и оно пошло. Фокусируйся, сука. Короче, вы поняли, пацаны. Не фокусируйся. Ну то так вот, короче, уже все сделали. Все поставили. Сейчас будем тут дверь разбирать, стекла переставлять, всю эту мочмалу. Дверь стала. Ну вот, конты сошлись, тут сошлось. А там тоже сошлось, а все. Вот тут дверь чуть-чуть, как бы она, блядь, не закрывала. Ну, оттопыренная торчит. Ну, то, Тоха, знаешь что? Сейчас мы все соберем. Вот этот борт, резинка. Он туда кувалдой подбивается. И дверь глубже зайдет, понял? Ну, это все сейчас. Сейчас надо переставить, главное, стекла, батоны, все это, короче, вот все. Дверь. Собираем эту срач. А дверь чуть старую, короче, что мы ее вообще меняли. Сейчас я, блядь, я ж покажу. Ну вот, короче, Тоха купил дверь, и она вот такая. Ну, дверь. Он машину купил с такой дверью. С конченной. Видно, пидорасы не следили. Ну да, ее так выломало, короче, блядь, и все. Завернула в обратную сторону. Завернула в обратную сторону. Он так и ездил. Ну, говорит, нахуй она мне. А вот эту дверь, что я красил, ее дали вместе в комплекте с машиной, короче, говорят, на, поставишь. Я Тофику покрасил. Теперь Тофик приехал, сейчас переставим, и все. Вот заглушки есть на эту хуйню. А я переживал. Вот эти дырки. Думал, Тофик, говорю, Тофик, может тебе их заварить и закрасить? Тоха, не надо. Ну, блядь, говорю, хорошо, заглушки поставим. Да, Тофик? Все, короче, блядь. Пацаны, потом снимем концовочку, потому что работать еще надо. О, пацаны, дверь поставили, все поставили, блядь. Ну, конечно, она по цвету. Блядь. Ну, может, это что машина грязная, блядь, просто. Ну, видно, что чуть-чуть отличается. Ну, блядь, поездишь, сейчас она засрется, блядь. Я, наверное, тоже не буду. Со временем засрется. Еще молдинг нацепим. Ну, лучше, чем была-то конченная дверь, блядь. Надо поменять еще ракушку, блядь, потому что дверь хуево закрывается. И замок. И замок. Ну, не замок, скорее всего, что нормальный. Ручку двери. Ручку, не ручку двери. На ручке дверях вот опыпка оторвалась, короче, которая ключом, личинку закрывается. А так, в принципе, блядь, все нормально. Тофик тут у меня на подиуме, блядь, танцует. Так, по гаражу, это потом, вот это вообще отдельное видео за эту всю, блядь, постанову. Это секрет фирмы, блядь, говорить. Что, пацаны, Жека красавчик, обращайтесь, не стесняйтесь. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Все. Всем спасибо, всем пока. Все, пацаны, счастливо. Тофик счастливо уезжает. Оп, короче, музычку навалил, сидит. Антоша, сука. Антоша, дверь, блядь, теперь. Теперь, сука, вся машина сгниет, а дверь останется. Поплюй, блядь. Я тебе говорю, блядь. Там пурсало 2 килограмма, блядь. Ну, цвет, да, пацаны, отличается, конечно. В камеру так вообще. Тоха, на камере так вообще цвет пиздец как отличается. Ну, вживую не сильно, конечно, блядь, но. Ну, по барабану. Жека красавчик, пацаны, подписывайтесь в Инстаграм, ТикТок, ставьте, да, лайкосы. Ссылку я оставлю в описании на ТикТок. Там просто видос по этой двери выходил еще раньше, там поорать можно было. Все, всем покедово, ставьте колокол. Все, ставьте, счастливо, лайки. Тофик. Давай, давай.